Вот так у нас сейчас в том вагоне. Все ушли, пусто. Елена Михайловна осталась сторожить. Ай! Вода минеральная. Все, Катя. Бегом! Циолковский. Ну тогда спросим Машу другой. Кто такой Циолковский? Ну скажи, кто? Не знаю. Виталий Михайлович, ты заснял этот исторический кадр? Да. А ты, Юлия Бычкова, тоже Циолковский? Не знаешь, кто такой Циолковский был? Рассказывай.
Чего это вы все веселитесь? Еще ехать целые сутки. Ну какие же там сутки? Да, Михайлович. Ну, действительно меньше. Сейчас только... Михайлович, мы еще не проснулись. Маленький. У нас такая установка. Она говорит, что вы сейчас можете петь, нет, не нужно.
у победителя. Можете там поставить за хвилку? На 10 минут не больше. 10 минут, не объят. Да. Потребуем видеть, как тут у меня славия.
какой-то маленький. Берусь поцеловаться, как делать. А вы так же дайте пройти к Каприну с Ковчаном. Там, добрый. Добрый. Ahoj!
potešením, ale aj milou povinnosťou otvoriť tretí ročník medzinárodnej prehliadky speváckých zborov Prievidza spieva. Sandra Ponomariová. Ďalej pani Nadeždu Averinovú. Vitalia Matvejeva. Dovolte mi, aby som vám predstavila prvého nášho zahraničného hostia, detský spevácky zbor Vesna, Moskva, Rusko. Государыня ваша, государыня ваша.
Девочки, все уже вот это да. Ой, Алексей Сергеевич подошел. Кирки музык. Приходите, приходите. И все люди в этой церкви поют хором вон там, в глубине. Там овал такой, да, как там такое? Ну, типа помещение такое, вот туда они забираются, там поют. Первый ряд, за ними второй ряд идет далеко, так сопрано вторые, нормально свои. Thank you.
снять. Во! Только так, конечно, вчера немножко расстроились, даже не хочется, не немножко, очень сильно. А то мы не расстроились, а вы не расстроились. Не надо. Расстраиваемся, правда, все, Надежда Владимировна, уже неплохо. Каждый год одно и то же. Говорит, сколько же можно? Каждый год одно и то же. Можно, что сейчас почему-то все так, ну, как-то, говорю, как будто обозлились, вот так вот очень. Что сделали? Ну, не знаю, как бы обозлились, потому что почему? Все как-то уединились между собой, там, подвое стали, там, вот это вот все так, раньше как-то все вместе были. А сейчас, ну, не знаю, даже вот в комнате разных живут, даже, по-моему, никогда, очень редко, когда кто зайдет, что-нибудь скажет такое хорошее, приятное. Мы сейчас живем в комнате, и к нам приходит вот Катя, то, ну, то есть другая комната. Мы вроде как-то так и делимся вот тем же самым сложностью. То есть я не знаю, вот я начну себя все равно чувствовать такого. Мне вообще, конечно, спорил просто тоже сейчас довольно-таки дружно. Я не замечала то, что у нас ходили есть какие-то признакомства. Нет, Саша конечно спит, а остальные все кричат. Вот Света сидит на кровати, а Вера там что-то, не знаю, лежит и что-то делает. Это значит, что Вера другой комнате? Нет, Вера сержанта. Да. Она лучше дружнее с тобой. Как сама Даша. Ну, Даша только осталась. Почему она, в принципе, начинает, что она с 27 на кровати сидит? Едем в замок Бойницы. Еще, правда, стоим. Давно стоим. 5 минут. Сейчас пойдешь посмотришь. Красиво.
своей забойнице не разберется. Не могу больше, я уже падаю. Опачки, опачки, отойдите. И сам отсюда. Я еще хочу сказать, чтобы вы мне, меня извинили, потому что я не переводчик. Я просто сейчас буду делать переводчик, а если что-нибудь плохо скажу, извините меня. Можно короче, я вас видел. Так, Бонницкий замок, Бонницкий Это что называется? Венера.
погоды, но не будем, потому что у нас просто мало времени. Так что не прыгай. Но с помощью современных Все затянулось. Ваня, Ваня, Ванюша, ты где? Дай.
Да, сейчас свет выключится, пойдемте, мы не найдем потом выхода. Пойдемте, ребята. Ну а что ей делать-то? Ворон ворону кричит. Ворон ворон. Ворон. Здравствуй, киса. Лучше, чем у нас. Будьте, господи, какие вы милые. Ой, вы такие милые. Я не знаю, почему. Вот. Очень. Ой, какой здорово. Надь, постой, как тебя попало. Стой, я пойду тоже. Ты что ты такая? На память такую красоту, Виталий Михайлович, да? Маш, смотри на своего учителя. Его снять отсюда. Какой мундур. Так здорово. Смотрите. Да ну чего вы снимаете? Он вообще живой, не живой. У нас свинья. Ой, черепаха смешно. Черепаха. Так смешно. Ну, таких у черепашек можно в школе держать. У тебя кино есть? Рожица злобная. Не успели. Ну, сейчас, может, одна еще раз. Пошли. Так смешно было. Такие глупые. На беге холоде. Мне специально еду поставили, что она... Точно. Дойдет, а потом что? В садиках? А что, ты хочешь? Чтобы он тебе... Козёл, ну конечно, ой, поверни! Здорово, как он ходит? Вот тут вот не видно. Такие вот эти перья. Как, зачем? Привлекать. Внимание. Салили. Селезень. Селезень и уточка. А тебя вы дикобраз видели? Ага. Здравствуй, страус. Здравствуй, красавец. Здравствуй, хороший. Смотрите, какой вот у него достаточно умный взгляд. Не то, что этих попугаев. Покормите страусенка. Зайди как капитально, не ручку протяни, а по-настоящему. Вот. Не бойтесь, не бойтесь. Ну, немножко укусит, но... Что, палец, что ли? Больно? Вон, 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 вот, 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 вышел один. Так, подождите, подождите. Дай мне кошку. Еще, еще. Не будет кошки.
живу. Сижу за решеткой в темнице сырой. Кормленный в неволе орем. Как мы с вами высоко в горах, посмотрите. Горный зоопарк. Они очень плохо видят. У них, правда, нюх хороший. Да как не... угодно, да. Вот эти два клыка, вот эти. Да хочется погладить по головке. Можно быть, нет, нельзя. А потом прямо над головами на природу. Да. А мы Виталия Михайловича приветствуем здесь все. Здесь очень хорошо. Чудесный зоопарк. Какой город. Какой пейзаж, да? Такой... Да. Какой воздух. Такой характер. Город Привидзе. Только ради одной этой поездки, плюс вчерашний концерт, уже это похода нашего, да, уже можно туда приезжать. Прекрасно. Вот это как называется стройность. Да? Это животное, у которого две головы. Вот еще один бежит. Аленушка, что ж ты бросила своего братца Иванушку? Ой, маленький такой. Съела. Ой, смотри, сколько он бежит. Ой, смотри, козел большой. Такая челка у него, прическа такая. Все братцы Иванушки. Ой, какие еще маленькие. Ой, смотри, еще маленькие. У этого глазки маленькие. Такие губки мягкие. Это криво. Не криво, это мы просто на горе стали. Все равно криво. Нет, не криво. Пошли все. Дворец. Я хотел порвать. Это у вас. Цветы ногами. А мы в Южной Америке. Витаешь в Южной Америке, а держишь вообще? А, орешки непростые, все скорлупки золотые. Белку цуки, да. Слушайте, а смотрите, она даже не боится рисковки. Да вот отсюда все подойди поближе. А где? Хорошо. Хорошо. А, вижу. Она прям там. Это сняли. Да. Молодец. Разрешите их славностно принять в нашем городе. Беседуя, золотого тема на фестивал при Корану «Данфан и Лаженес» и гостям заниматься туризмом. Миша, пари символ. Ну и зачем вы теперь позвали? Он не знает, зачем они позвали. Я говорил, что это голос.
Oh.
которые впервые поют в таких серьезных концертах. Вот, я даже бы хотел, чтобы вы приподнялись. Только встаньте, мы на вас посмотрим, и на вас посмотрят еще наши гости. Вот эти люди только что перешли в старший хор и первый раз поехали. Посмотрим вас. Там до искусства дело не дошло. Вы сами сейчас понимаете, так что, пожалуйста, пускай не подумает Маша Замокина, например, или там Ольга Лесниченко, что это была настоящая Левой Ген. Да, так вот просто чуть-чуть похоже. Вот. Но было такое пение. Иногда бывает. Хорошо, что массовое пение было не музыка Кабалевского, а музыка Гендера. Thank you.
пошли.
ребята, улыбнитесь. Теряться не рекомендуется. Это интересно. Это погода, вы говорили, снег. Да вы что, смотрите, где мы находимся. Это же Альпы. Это вообще чудо. Это... Скорее, скорее, Маша! Скорее, куда ей? Вон, вон! Разъем! Так, замыкайся! О, а вы говорите, у нас гор маленький. Вы знаете, какой огромный гор? Огромный. Все, поздравляю, молодцы. Пойдем искать еще более широкую. Купающий район. И вон там такие башни стоят, вот там в одном месте, в втором. Это есть шахты, куда люди спускаются и под землей добывают уголь. Вот где мы находимся, под нами. Сверху поля, а под полями уголь. Вань, а сейчас провоклишь немножко в речку? Видите, за ним маленьких кружечек. Где находится сцена? Вот так на этой минуту.
Ашка, вы можете идти, когда я родилась. Не, Ашка, приди, он не там. Нет, ты раз, потом нас... Здравствуйте, здравствуйте. Будем думать, как петь. Да, места нет. Thank you.
Vážení priatelia, milí naši hostia, dovolte mi, aby som v mene okresnej rady Združenia slovanskej vzájomnosti v Prievidzi poďakoval našim milým hostiom z Moskvy, súbor Vesna, za toto prekrásne popoludnie. Chcem im popriať, aby sa im práci darilo, aby ešte zožali veľa, veľa umeleckých úspechov, nielen doma, ale i za hranicami ich prekrásnej vlasti. Ešte raz srdečná vďaka a prajeme veľa, veľa úspechov. Это вы собрались в бассейн. Завод находится в нашем городе.
нужно быстро побежать, чтобы Лен, если есть вот желтый черт. Танцуют платье не совершенно современный, правда, легенда, который в сегодняшнее время. Речка, это называется мельница. Но на самом, ой, ребята, знаете, да, водяная какая-то турбина такая, эти бревна. Да, а дядька вот эти бревна под... везет лошадка дробинки. А, куда-то уже они сессия церковная, смотрите, вышли из какой-то пещеры и вот это. А, в домике качают юрки кого-то, да. Если качают, например, Иисуса, то почему бы они не качают на верхушку? Там два на доме дом из деревни такой... Что? Что? А,
какой-то концертный ресторан. Tak nasz chrám bol opravený, teraz sme doma robili ako si sláme a jubáci. Ešte vám, kde nás 500 rokov uctievala, teda v tomto našom farnosti. Pôvodný chrám bol stávny ako poslednutý na vozičku bez dôl. Ono mi udrlo, kamenolome, a potom to bylo, kde by pán Božia, ale uctievali 500 rokov. 500 let už je stávny. Нет еще. Мы уже тут, а поезда еще нет. Кто придет? Придет сюда, вы уже узнали, да? Сейчас. Юля! 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 Юля, есть часы. А ты, пожалуйста, записывай. Попрошу. Пошла поскорее. Ой, сейчас ставьте упаду. Батя, что, финиш? 39. Все, да?
49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Киевский вокзал, вот! Прогресс! Что ты еще не Тихо. На 7 минут раньше. Да, на 6 минут раньше. Тебе хорошо? Идти можно? Алена, я хочу. Идет, вон. Наш я вижу. Thank you.